мы проводили плановое патрулирование в рамках безопасности населения на водных объектах, то бишь правил безопасности на льду. Проводили беседы с рыбаками, раздавали листовки, замеряли толщину льда. На данном водоеме толщина льда у нас сейчас около 40-45 сантиметров, то бишь безопасные. Но на реках, где есть течение, лед уже подтаивает, потому что идет у нас уже оттепель, весна не за горами, уже могут возникнуть опасные ситуации. Поэтому мы проводим профилактику с населением, пытаемся довести до них, что выход на лед может быть небезопасен.